же вот орнамент передавался из поколения в поколение, его украшали, вырезали, я не знаю, каких только способов обработки нет. Ну, эта вещь была очень красивой. Вот до нас дошло, это Абдул Вахаб мне подарил наш молодой коллекционер. Вот, смотрите, он какой изящный. Это ему минимум 100 лет. Ханов, может быть, золотые были зарфы, а попроще людей были медные зарфы позолоченные. Очень часто, вот мы даже вот здесь можем увидеть желтое, а если желтое мы видим, то это золото.